Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Сегодня, значит, проводим опыт по умножению энергии ионисторов. То, что зарезаются ионисторы, это вот, видите, счетчик не сматывает. Это я вам показывал уже пару раз, а может раз пять. А сегодня я провожу другой опыт. Они заряжаются, но медленно. Для того, чтобы ускорить-то все. Вот, я что сделал? Разделил вот 8 штук по 4 штуки. Вот эти 4 штуки, вот эти, заряжаем. Раз, два, три, четыре. Вот сейчас зарядил до 7. Сейчас покажу. Так. Вот видите, 7. Семь вольт. А теперь выключаем здесь зарядник. И делаем вот так. Плюс с плюсом соединяем. Первый. Так. Поближе. Чтобы не свалились. А второй соединяем все ближе. Минус с минусом. Вот горячо здесь. И делаем замеры. Как видите, 7 вольт. Вот. 7 вольт. То есть энергия умножилась. То есть мы получили за один заряд, получили вдвойне. То есть 100%. То есть эта система дает 200%. Она и так заряжается, не тратя тока. Как видите, счетчик вот стоит, так как стоял, так и стоит. Но сейчас заряжается в два раза быстрее. То есть это метод, я показывал с батарейками, так же, как видите, он работает и с ионисторами. Даже с ионисторами это происходит мгновенно. Большое спасибо за внимание, желаю всем крепкого здоровья и исполнения всех желаний. И надеяться только на хорошее. Все будет хорошо.